Недавно Одинцовская бригада скорой помощи спасла жизнь 42-летнему пациенту. Мужчина жаловался на жгучие боли в груди и затрудненное дыхание. Медики сделали ЭКГ и диагностировали инфаркт миокарда. У пациента произошла остановка сердца и случилась клиническая смерть. Благодаря экстренной реанимации и дефибрилляции медики восстановили сердечный ритм, а затем провели тромболизис. Сейчас пациент идет на поправку. С праздничком! Там, спасибо! Они всегда на передовой, часто работают в экстренных условиях, спасают жизни. Отправляясь на вызов, понимают, нужно быть готовым ко всему. 21 февраля фельдшеры отметили профессиональный праздник. Фельдшеры – это, наверное, те люди, которые всегда оказываются рядом с нами в очень сложные, трудные моменты. И будь то бабушка одинокая с высоким давлением или пожилой мужчина с болью в груди, они-то уж точно знают, что положиться, рассчитывать могут только на вас. Сотрудникам Одинцовской подстанции скорой помощи глава округа Андрей Иванов вручил благодарственные письма. Еще одним приятным сюрпризом стал новый телевизор. Теперь проходить обучение и проводить совещания в онлайн будет удобно. Карина Яряшева, телекомпания «Одинцова».